1506 году. И это тоже монастырь Санта Мария де ло Спасимо. И Рафаэль запечатлел на своем произведении, когда Иисус несет крест. Это снег какой-то. Да. В 1516 году запечатлел вид этой церкви внутри, короче. Вот. И сегодня его этот, его картина висит в Прадо. Церковь – это последняя церковь, которая была построена в каталанско-позднеготическом стиле.